Благодаря акции «Елка желаний» в Артемовском с помощью депутатов Законодательного собрания Свердловской области, местной думы, работников администрации АГО и предпринимателей Артемовского городского округа Деду Морозу удалось исполнить новогодние желания детей, написавших о них в своих письмах. На днях целый микроавтобус, наполненный подарками, отправился в Центр социальной помощи семье и детям Артемовского района. Здесь Деда Мороза ждали с нетерпением. Однажды день и час приходят, все ждут с надеждой их приход, и снова чудо происходит, и это чудо – Новый год! Ждали меня? Да! Я слышу, вы тут и песенки спели, да? Да! А письма дедушке писали? Да! Помощником сказочного деда выступил глава Артемовского городского округа Константин Трофимов. У нас была такая большая елка, и на елке были снежинки, там все были ваши желания. И вот каждый, кто загадал свое желание, мы все постарались, это депутаты Думы Артемовского городского округа, предприниматели Артемовского городского округа, депутаты законодательного собрания и предприниматели, вот каждому, кто что загадал, мы постарались выполнить ваше желание. Вот сейчас мы обратились к Деду Морозу, Дед Мороз сейчас нам вот это чудо представит. Подарки счастливой детворе раздавали Дед Мороз и глава Артемовского городского округа прямо из автобуса. Алиса, 11 лет. Роман, 4 года. Рома, 4 года. Беги. Ромка, держи, тяжелый. Спасибо. Какой заказ? А где у нас Катюша 3 года? Катя. Катя. Самый большой. Держи. Дети искренне были рады своим исполнившимся желаниям. Со словами благодарности они спешили прочитать стихи Деду Морозу. Ребят, давайте послушаем Дед Мороз стихотворение. Вот. Приготовим. В эти добрые мгновения каждый думает о том, чтобы радость и веселье заглянули в каждый дом. Чтобы сказочный волшебник всем подарочки принес. И пишет нам сегодня добрый Дедушка Мороз. Ой, молодец. Самые горячие, самые душевные поздравления в этот день Дед Мороз и его помощники получили от детей и сотрудников центра. Когда же подарки все были вручены, дети сфотографировались на память с дорогими гостями.